на родном для себя стадионе. Энтони Тейлор, стартовый свисток арбитра сегодняшней встречи. Помогают ему Стивен Чайлд и Эдди Смарт. Но зрителю наших профильных каналов объяснять не нужно. Рейнальду в прошлом сезоне оба матча Ньюкасл-Сандерленд играл, но Ньюкасл, как известно, распрощался с премьер-лигой. Это... Мане. И длинная передача. Нет офсайда. Пинар. Опасно будет. Как? Делая офсайд игроки Ливерпуля, но, кажется, в офсайд в этот не попался Пинар. И тут уже настигать приходилось Клайну, Матипу. У Фермина стелится в подкате грамотно. Ловрен. Дальний удар. Хороший. По идее, Пикфорд должен был чувствовать, что мяч идет мимо ворот. Тем не менее, вот так прыгает. Пляет присутствие вот в этой зоне подбора для Ливерпуля. Заброс за спины. Опаснейший. Да, все очень здорово здесь. Штангу. Своевременный заброс свеча от Джана. И Вейналдум. Джан хорошо доработал за этот мяч. И подача неплохая. Подбор, удар, мяч. Действовал, сначала доборолся за мяч, затем немедленно поднялся и обеспечил подбор вот этим ударом в касание. Классно он подстроился под этот мяч. За Ливерпуля. Бьет Ливерпуль-Сандерленд 0-0 по-прежнему. Разборки габонца и сенегальца. Как здорово играет в подыгрыше Джан. А здесь чудо. Попадает в одного из игроков обороны. Здесь вот Денайер проиграл Ориги скидку. Ориги. Это удар и гол какой! Ожидал, похоже, такого решения нападать. Ну какое же решение на... Просто молодчина. Крутил в дальний угол Дивок Ориги. Классное исполнение. Идет на нескольких шагах буквально-таки Мане. Денайра падает. Ну что, пока просто сбивает. Откровеннейшим образом сбивает. Точен. Джеймс Милнер, никаких шагов. Заработанным пенальти. Да. Но ничего из этого не вышло. Джеймс Милнер.